С наступлением календарного лета у спасателей региона начинается самый сезон для работы. С 1 июня в трех городских парках будут дежурить сотрудники МЧС, которые каждый час патрулируют пляжи и заботятся о безопасности купающихся. В парке Степаново к лету все готово. Буйки на своих местах, речное дно проверено, моторная лодка заправлена. Советую купаться, отдыхать только в разрешенных местах, где есть спасатели, где есть спасательные средства. Не подвергать себя опасности, это, я думаю, самое главное для человека. И помнить, что вода ошибок не прощает. Как правило, буйки стоят, зона заплыва, не более 25 метров от глубины 1,30 м. А детская купальня 1,20 м, по-моему, да, 1,20 м. В выходные погода будет хорошая, а значит, у спасателей ни минуты покоя. Дежурят они в парке 12 часов. Следят и за теми, кто катается на лодках и катамаранах. Самая большая проблема для спасателей – веселые подвыпившие компании. Их активистов особенно тянет промерять глубину. Пьяным нельзя купаться, потому что это большая вероятность того, что можно погибнуть. А пьяный человек, он очень плохо контролирует свои поступки, свои действия, движения, может быть, переоценить какие-то. Вот, поэтому это как везде, пьяный, что за рулем, что на воде, это потенциальный, в общем, потенциальные жертвы. На пляже сотрудники ГИМС вручили отдыхающим листовки, напомнили правила безопасности и пожурили за их нарушение. До 1 июня купаться нельзя, иначе штраф. Здравствуйте, здравствуйте. С завтрашнего дня официально можно купаться у нас в области. А? У нас тут уже стоят буйки, мы думаем. Они открыты, готовы пляжи для вашего отдыха. Ну ладно, мы не знали. Это не освобождает вас от ответственности. А, выныривай, да? Вот где повесили. Если вы будете просто загорать. Конечно, мы. Особое внимание в агитации на этот раз уделили заботе о детях. За последние пару недель в регионе утонули два совсем маленьких ребенка. Подросткам спасатели также напомнили, что без сопровождения взрослых до совершеннолетия на реке делать нечего. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.